так у нас в центре города автобусы стоят. Пробка Кинешемская. Ожидание. Вопрос, в чем причина? Водители выглядывают, не знают. Мы дошли до последнего автобуса. Раз, два, три, четыре, пять. Пять автобусов стали. Там еще один автобус, и никто не едет. За машины за этих. Поставили люди машины, забыли о том, что обочины еще не чищены. Теперь автобусы не могут разъехаться. Вот так дружненько и стоит весь центр города. Там еще присоединяются автобусы дальше. Там вот уже люди с площади едут в объезд. Уже никто не стоит, ничего не ждет. Терпения не хватает. Но зато грузовичок и внедорожник прекрасно чувствуют себя на этой парковочке. Вот так вот в будний день, в самый разгар работы, можно пешочком пройтись по Комсомольской улице и не переживать, что тебя машина собьет. Просто затор. Ну, оно и верно, обочины не чищенные, дорожка маленькая. По большому счету сейчас это тротуар. Позвонили. Позвонили? Ну что это за безобразие? Да. Если по улице сделают стоянку, если машины для них. Да. Что такое? Ну, попасть. Это надо... Люди уже выходят с автобусов на обочину. Все недовольны. Высаживаются в неположенном месте. Сегодня оно такое положенное.